Господь привел нас в этот город, город страданий, там как лучше сердце. Вчера просто не мог выехать, как они ставят статуи. Ира! Ничего, ты чем не любишь в Калинине? Они вообще никакого дела, их политики, все не замужены, не видят от них. Дальше, ты смотри, мы верили, заявили. Еще же мы можем ждать сегодня, что на сострадание, на понимание того, спасибо, это мое дитё было там, когда я хотел. Тут не надо ничего толковать, просто применяй, накладывай на себя, твое сердце тебе подсказывает. Ира, если ты сейчас быстрее не пойдёшь, я уеду. Всего доброго. Галина Николаевна. Галина Николаевна, так, мы просим всех молиться, а мы вас любим.